Не хочу тебя прерывать, Кэл, но нас ждет босс. Кажись, нам свезло. Вот и он же. На линии 10 есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдия удвоит оплату за смену. Давай, Кэл. Надбавка нам не повредит. А? Ладно. Отлично. Идем. За работу. Только взгляни. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Ну, вперед. Я в порядке. Но лестница конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Покинь эту базу немедленно. Ты нелегальный мусор. Только посмотри! Истребитель джедаев! Просто клад! Настоящее сокровище! Сколько он тут валяется? Года 4? 5. Его пилот погиб в лучах славы. О, джедаи! Просто ужас. А я всегда говорю, что не все они предатели. Может быть. Это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да, разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерть, а? Рискуем своими шеями за боссов. Кстати, платили во времена Республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай, за такое заплатят столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. С чего ты взял, что я хочу свалить? Ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Найди свой путь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? Живой? Кэл! Не могу забраться! Роф! Держись! Я соскальзываю! Нет, не отпускай! Не удержаться! Роф! Нет! Роф, ты цел? Я в норме, только прижало. Пилота нет. Я вытащу нас отсюда, держись! Осторожно, Кэл! Берегись! Эта штука едва летит! Держись! Прав, ты цел? Да. Надо уходить, давай. Да.
Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось, ясно? Слышишь меня? Я же видел. Я же своими глазами слышал. Видел. Прав. За тебя же награда. Я знаю. Можно. Я знаю. Так что ж, будем осторожней. Да. Ага.